В Крыму продолжается возрождение монастыря святых Космы и Дамиана. Начались работы по подготовке фундамента для возведения Преображенского храма. Улучшены жилищные условия в братском корпусе. Подробности в сюжете наших коллег. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Вот уже в течение 2 месяцев на территории мужского монастыря святых бессребреников Космы и Дамиана ведется активная работа по возрождению православной обители в ее дореволюционном виде и улучшению жилищных условий для братьев монастыря. Все это стало возможным с момента подписания Советом министров Республики Крым распоряжения о передаче земель и построек в собственность монастыря. И благодаря созданию в начале года попечительского совета, в состав которого вошли представители власти, власти и бизнеса, объединенные одной благородной целью – помочь в восстановлении былого величия православной святыни и вернуть ей уникальный и неповторимый архитектурный вид. По решению данных вопросов о помощи монастырю мы приехали в начале года. Было принято решение о создании попечительского совета, поддержано на различных уровнях. Мы нашли единомышленников в лице предпринимателей, небезразличных людей к данному месту, благодатному, богоугодному месту. И всесторонне начали проводить работу с тем, чтобы организовать помощь. Мы прошлись, посмотрели все эти объекты, наметили определенные задачи, цели и будем их добиваться. Самыми первыми шагами стала замена и установка стеклопластиковых окон в жилом корпусе монастыря, укомплектование помещений необходимым оборудованием и создание схемы генерального плана по благоустройству всей территории. Сейчас ведется работа по утеплению фасада здания братского корпуса, подготовка к восстановлению гостиницы для паломников и ремонт бювета для более комфортного пользования прихожанами монастыря водой из источника. Вместо одного к бювету подведут 7 кранов для воды. На данный момент ведется работа по утеплению братского корпуса. В корпусе стало намного теплее. И плюс это видно по сгораемости твердого топлива в котле, что топливо уходит намного меньше. Наша бригада работает над утеплением корпуса, то есть подготавливаем его к зиме. Полностью его утепляем, полностью выравниваем стены, обклеиваем их пенопластом. Пенопласт используем, потому что вот он очень хорошо, он сохраняет тепло и одновременно он защищает от влаги. Обклеим, полностью обрабатываем и хорошие климатические условия в самом здании и одновременно защищаем его от внешних воздействий. В активную фазу вступил и проект по духовному и историческому возрождению Преображенского храма, разрушенного в годы Лихолетия. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, архитекторами и геодезистами была разработана проектно-сметная документация и начались земельные работы для подготовки закладки фундамента. Вместе с братьями монастыря над возрождением храма усердно трудятся прихожане, казаки хуторских казачьих обществ «Русь православная» и «Казачья сила» и неравнодушные граждане. Преображенский храм будет точной копией старого, разрушенного в 20 веке. Начали мы здесь с того, что сначала вручную раскапывали фундамент, чтобы понять, что дальше делать, на какой он глубине и можно ли подойти экскаватором. После того, как раскопали, сюда запустили экскаватор. Экскаватор вырыл все остальное. Сейчас мы подравниваем это все, подготавливаем под фундамент. Потом сделают разметку, и это будет заливаться бетоном. Мы, как казаки, являемся воинами Христовыми. Поэтому, я считаю, это наша прямая обязанность восстанавливать храмы, помогать их в ремонте, в строительстве. Восстановление храма Преображение Господня считаем делом правым и призываю всех помочь внести свою лепту в строительство храма. Выражаем глубокую надежду, что на просьбу откликнется каждый, кому дорога история, культура и будущее своего Отечества.